Колеса, получается, летние, да, резина? Ну, это сликовая резина, она... Блин, можно присяду, да? Да, офигеть! Ребят, вы просто прикиньте, один из вас станет просто обладателем благодаря Вите. А я не знаю, как ты проедешь. Давай, слази. Нет, стой, стой. Не понял, тебе зачем сюда послал? Нет, стой. Можешь объяснить, а? Зачем вы мотоцикл отдаешь каким-то людям чужим? Ты чё, не понял что, да? Ты кого сюда привел? Ты мне объясни. Чё ты стоишь? Не, всё, Хватит, сейчас до драки дойдём. Всё, реально, вы не ссорьтесь. Хорэ, да, пацаны. Мы играем, мы актерами становимся. Ну да, блин. Давай просто поговорим. Мы не будем, естественно, мотик... Парни, я не понимаю, но представляете, вот если бы у вас так младший брат сделал... Не, мы поняли, но естественно... Нами, если честно, у нас... Нет, а чё он так сделал? Но видишь, ты вовремя пришел. Даже если бы ты, допустим, сейчас не пришел и потом обнаружил, что мотика нет... Ясен фиг, ты бы узнал, кому он его отдал, написал бы нам, мы бы его вернули. Это такие вообще... качели, если честно. То есть от радости до охреневания от того, что сейчас произошло, просто качели. Не, ну по факту он реально, типа, что, он прав, старший брат. Ну конечно. Реально, если такое было. А ты что, так хотел с нами увидеться, что ли, или что? Порадовать хотел, говорить. Не утопай, чувак, вступай. Ну, блин, так делать здесь. Ну, да, и ты... Ты, если это не твоя вещь, то оказывается, это же не я его мозг, получается. Ты же видел то, что мы с тобой писались до того даже, когда ты написал то, что я вам хочу подарить питбайк. Чем? То есть это ладно бы ты хотел бы как-то нас забайтить, чтобы мы тебе ответили. Но нет, мы и так тебе отвечали, как и многим из наших ребят. Поэтому смысл. Ну, некрасиво ну, выступать. Да, так блин, вообще... ну он просто маленький еще, что вы его это... Да какой маленький? Ну ошибся. Да Тёмыч, ну нет, ну нужно-то свои... Ну ошибся он разок, что вы? Нет, я считаю, что все правильно, типа. Не, просто я не понимаю. Ну а для чего тебе это вообще надо было? Я его могу понять. Ну вот, почему вот те вот купили питбайк, а мне нет? Ну, ты хоть можешь увидеть? Я тоже, может. А кому телефоны покупают? Самокат, а? И на этот питбайк я сам заработал. Родители только 10 тысяч добавили. Не-не, пацаны, мы тоже вот с Диманом братья родные. У нас тоже всякое было, ну когда да. Мы еще детьми мы были. Тоже. Ну не, сколько ну, у вас ты разница, чё, Тёмыч? Ну ты хочешь сказать, ты тоже чужую вещь хотел? А у нас 4 года. Ой, Диман, твою вещь хотел. Не, я наоборот к тому, что нужно какое-то понимание, потому что да, и нам тоже не могли покупать одинаковые вещи всякие, да? Да, мы же не близнецы, и все равно у кого-то какая-то потребность, тот или иной период, какие-то увлечения разные. Он неправильно поступает, но очевидно. Не, очевидно неправильно. Знаешь, конечно, был бы вообще трэш, если бы он бы нам его продал. Вообще трэш. Вообще охренеть. Это было бы жестко. Нет, для него-то разница вообще никакой. Ну да, ну блин, для тебя я не понимаю, вот ты мою вещь зачем берешь? Взял бы свой самокат, отдал телефон. Погоди, а ты, а тебя как зовут? Влад. Ага. Влад, кстати, Дима. Артём, мы так понимаем, ты не знаешь, кто мы, да. Ты вот говоришь, что, получается, он тебе сказал, твой братишка, то, что сюда снег пошел чистить, да? Да, я его сюда сам послал. Просто, а, то есть ты его еще сам послал? Да, я его попросил. А он сам на него не добровольцем, так сказать, не хотел? А поход, наверное, хотел. Мне кажется, это все заранее задумал, но это странно. Мне что-то тоже странно показалось, он как-то сюда как будто побежал. Обычно я его прошу, может, помочь, а в этот раз что-то... Блин, ну, конечно, это... Давай там вот купим. Может быть, питбайк. Да, может, купим питбайк. Кстати, ты ничего это? Блин, парни, ну так-то я планировал продавать. Но пока сам катаешь, да? Ну, пока что да. Продавать, может, он планировал, но за так точно не хотел отдавать. Блин, ну мы планируем, если что, тебе PS5 отдать ему. Да, мы, если честно, знаешь, какой план был? Он когда нам его отдал, сказал, денег никаких не надо. Мы ему сказали, что через пару дней вернемся, чтобы PS5, короче, подарить. Вы только посмотрите, какая крутая техника. Взять этот питбайк или даже тот полуразломный такой трансформер, скутер, это все очень круто. Мы все любим технику. И это реально то, что дарит нам крутейшие эмоции не только в жизни, но и в матрешке, где мы с Тёмычем играем уже почти полгода. Ребят, скоро будет та самая дата, на которой мы для вас сделаем нереально крутейший розыгрыш. А также хочется сказать то, что наш автопарк пополнился новой крутейшей суперской тачкой геликом. Прикиньте, как это круто. Не только вы теперь за промокод можете получить гелик, много денег и вип-статус за наш промокод Зебра, так еще...
находясь в нашей семье, просто придя к нам в игру, вы всегда сможете кататься на черном брутальном гелике. Играем мы на 12-м сервере. Мы реально получаем огромнейшее удовольствие от игры с вами, от общения с вами. Не обязательно что-то делать наподобие того, что делал этот Витя. Реально, ребят, не нужно этого. Мы всегда с вами можем пообщаться, увидеться и круто провести время в матрешке. Поэтому 12-й сервер для вас, ребят. Мы вместе с Тёмычем постоянно там находимся. В матрешку совсем недавно можно стало играть не только с андроида, но и с вашего любимого айфончика. Поэтому, друзья, с любого устройства матрешечка доступна для вас. Ссылочка в описании. Качайте именно по нашей ссылке совершенно бесплатно матрешку. И, конечно же, не забывайте про промокод Зебра. Увидимся с вами сразу же после того, когда смотрите этот видос. Ждем тебя в матрешке. Все, давайте, не ссорьтесь, все, забудем, как страшный сон, окей? Давай его, поговори там. Поговори с ним дома, да, нормально его. Да на, не надо. Нет, нет, на самом деле, просто... Да не щеми сильно, не щеми его. Да, не надо, не надо. Я заметил, типа, вот вы нормальные такие ребята, я увидел ровные. Я хотел бы вам от себя сделать свой презент, мопед подарить. А, мы уже сегодня подарили, давай, Ванян, угарно, давай. Подарить, подарить, в том смысле, ну и как подарить, за 5000 я хотел бы ему продать. Вот этот пит? Достаться. Вот этот пит? А нет, ты про нет, мой, не что вот ли? Да, про твой. Ты же мне его обещал отдать. Ну а ты что натворил? Ты сам посмотри. Нет, слушай, Ладян. Погоди. Да не, а какой, можешь показать? Покажи его вроде. Покажи хотя бы. Он тебе что ли вид должен достаться? А вот он теперь да, достает. А что там за мопед? Да ну реально. Ну, за свои поступки надо отвечать. Да погоди. Надо отвечать за поступки, но смотри, правда, не занимайся ни воровством, ничего. Вот свою вещь хочешь что-то? Да, можно. А в честь наказания заберем твой пит, который тебе... Да погоди. Витек. В честь наказания. Да погоди. Да смотри, какой. А он тоже что ли созданный, чтобы стандить, да? Ну, он так пока что в проекте. Не, Диман, стой, а мы сможем его как-то прокачать потом, чтобы разыграть? Ну, конечно, да. Конечно, сможешь. Слушай, а давай, вот, можно я это, он как, не запускается, ничего? Ну, бензина сейчас нет. Да? Вот. Ну, так и его. Так он заводит, так и заводит. Сейчас. Слушай, понятно. Диман, ну как-то это нехорошо. Ну да, типа, ну чего? 5000, парни. Нормально. Как бы он сам поступил, как не по-людски. Я согласен. Диман, не, я согласен. Погоди, Сань, ну может хотя бы это, что-то подарим все равно Витьку. Смотри, идите сюда. Все, он виноват, он плохо поступил. Иди сюда, пацаны. Чего? Смотри, а он ведь тоже такой. А сколько здесь кубов получается? Тихо. Что за? Витя, он завел. Быстрее, пацаны. Пипец, он машину ушатал, Диман. Положи! Эй, аккуратнее! Вставай! Вставай! Стой! Вставай, ты что делаешь, а? Машину, пацаны, жесть! Ты как, что, не ударился? Жесть, я не знаю, пацаны! В телегу пойдет, это просто жесть была нахрен. Ты нафига его начал гонять-то? Ты посмотри, что ты сделал. Влад, что там? Крышка магнита. Ты будешь это платить за это, а? Я не понимаю. И у меня с тачкой, я уже просто задолбал. Сейчас тоже посмотреть надо. Он тебя задел тачку. Все, пацаны, давайте, не надо опять ссориться. Да ему и так досталось, Сань. Он на тачку опять свалил, видел? Он прямо рулем по тачке Димана ушатал, уронил мотоцикл. Здесь тачки заехать не может. Если бы он сейчас с горы бы с этой покатился бы, ничего не сделает. На тормозящих колесах, на заблокированных бы скатился. Да, естественно, резина, ну как санки, я не знаю, ледянка, и то, блин, менее скользкая, чем резина. Там, Влад, там больше ничего не это? Да нет, нормально. Кроме крышки. Нормально. Хорошо, ты как, цел? Да. Точно нормально? Ну, я... Он на мопеде свалил, на падал. И вставал потом, дальше ехал. Я гляжу, вы уже начинаете мириться. Пацаны, не надо, короче, больше, пожалуйста, избегайте таких штук. Мы все понимаем, типа... Я вместе с ним дома нормально поговорил. Я же вам расскажу. Да он обидел, блин. Да, понятное дело, он обиделся, его мопед отдал нам. В любом случае, Вить, мы его, естественно, не забрали. Да, Дима, он чуть бесплатно не отдал мопед, еще и чуть не развалил его здесь. Он еще и в тачку влетел. Иди посмотри, что у тебя там. Ну, что делаешь? Ладно, пацаны, все, погнали мы, надо еще и тачку смотреть. Что, мопед не будет, что ли, забирать? Да нет, конечно.
Давай. Ну, давайте, парни. Давай. Давай. Вы, все, если что... Покажи это... его. Пацан, не наказывай его. Не-не-не, ну угорайте, что ли. Нормально с ним, ну так нельзя себя извести, потому что... Все, ладно, блин, пацаны, давайте. Все, давайте, парни. Диман, ну и что тут? А я даже не увидел, пацаны, то что он упал-то на... Он, походу, вот здесь след. И заглох на твоей тачке, Диман. Капот не помят. Вот, ну вот. Диман, пропусти. Что, парни, он ничего не поломал? Да нормально, нету, все хорошо. Все, давайте. Давайте, пацаны. Ну он неправильно себя ведет, неправильно, пацаны. Да ну нельзя так. Да вы что, угораете, старший брат должен. Да ему и так залетело. Какое ему влетело? Сначала чуть без ладина, потом еще ему... Да это не воспитание. Это дорогу вышло, да это не а какое воспитание? Блин, я не стал говорить еще то, что он меня коснул. Сейчас вообще бы он бы на него бы разъярился, жесть. Похеру перекрашу, что это? Деньги, что ли? Ну да, кстати, деньги. Кстати, реально нормально стоит так. Блин, пипец, пацаны. Что вообще произошло? Вот, коснул, моцком. Давай. Давай, давай. Вот, моцком, коснул, видишь? Да. Пацаны, короче, это трэш. Сань, ну это, пользуясь случаем тоже, опять-таки, ребят, хочется сказать Саньку спасибо. Ссылка на Саньков канал у нас будет в описании, да. Мы там тоже у него снимаемся постоянно, так что смотрите. Да. И поэтому, ребят, переходите, у Санька сейчас реально очень крутой контент на канале, ссылочка будет в описании. А сейчас, наверное, пацаны... А что будем делать с этими пацанами, Диман, вообще? Да ничего. Надо подумать теперь, блин, ребят, да мне единственное... Да мне жалко этого мелкого. Да ты угораешь, да как у тебя жалко, ты бы закон себя видел. Диман, ну давай честно, у него... Да у него была мечта встретиться с нами, типа... Он все... Да вы угораете, нельзя так себя вести. Он встретился, нельзя так себя вести. Нельзя, но он... Нельзя воровать, нельзя, это вообще дебильнейший поступок. Можно с нами увидеться, ребят, мы постоянно об этом говорим. В той же матрешке или просто... Вы, Диман, это прекрасно знаете. Я просто к тому, что он пошел на такие шаги просто для того, чтобы... Тёмыч, ну это глупый шаг. Это глупо вообще. Тем более мы ему отвечали, все нормально, мы со многими общаемся, ничего, это никому не мешает, нельзя поощрять. И теперь что, мотоцикл поломан, он чуть не угробил себя, машину мне поцарапал, и что хорошего. Да. И еще ребятам и пообещали его. То, что мы чего? Разыграем для них моцик, а сейчас нихера. Но мы будем думать, что-нибудь разыграть, потому что уже произошло, надо не думать. Не знаю, мне просто жалко этого пацана. Давай пока отъезжать потихоньку. Типа, прикинь, Диман, ты видел, как он упал, я прям в этот момент офигел. Ладно, короче, ребят, спасибо за просмотр видоса. Вы сами видите, что мы вообще нифига не ожидали, то, что все закончится именно так. Поэтому ставьте лайки, напишите в комментах вообще, что думаете насчет этого пацана, насчет Вити. Блин, что думаете про его поступок? Реально, напишите, будет интересно почитать, поразмыслить, поотвечать на ваши комменты, вообще обсудить всю эту тему, которая произошла. Ну а также спасибо за просмотр. Увидимся. И пока.